Доброе утро. Сейчас 7:30 утра, но фотографу-пейзажисту спать не приходится. Как ни крути, самое лучшее время для съемки пейзажей – это рассвет. Я нахожусь на Кайдакском мосту. Это город Днепропетровск, он же Днепр. Будем снимать вот эти вот замечательные острова. Итак, я на месте съемки. Вот такая замечательная панорама открывается нашему взору. Снимать я буду на Canon 5D первой версии и универсальный объектив 24-105. Ну и штатив. Но техника — это, конечно, только половина дела. Конечно, главное сам пейзаж, то есть вид, если это видовой пейзаж, условия съемки, то есть состояние погоды, время суток, время года. Итак, приступим. Я сделаю несколько кадров с разным фокусным расстоянием, вот, и также попробую сделать панораму. Посмотрим, что из этого получится.